Вітаю глядачів Рудани. В студії Антон Глущенко. Це програма «10 хвилин». З 1 квітня в Україні послабились карантинні обмеження. У місті знов запрацювали дитсадки, спортзали і спортивні школи. Про роботу дитячих спортшкіл сьогодні поспілкуємось із директором ДЮ США номер 1. У нас в гостях Юрій Субота. Вітаємо в студії, Юрію Вадимовичу. Тож, перше питання. Скажіть, чим живе наразі школа? Ну, я, по-перше, хочу всіх тренерів, всі ДЮ США наші, всіх спортсменів поздравить з началом, будемо говорити, такого спортивного сезону, відкриття, тому що ми майже 2,5 місяці перебували на карантині. У нас всі наші види діяльності, я маю на увазі спортивної діяльності, були обмежені. Всі діти у нас і тренери займаються в онлайн-режимі, тому це не давало тих, будемо говорити, результатів і не давало іменно той эффективной той работы, которую мы выполняли непосредственно уже на своих объектах, которые у нас есть. Поэтому вкратце хочу сказать, что 1 июня был послаблен карантин для спортивных школ. Но пока только это коснулось 13 лет, возраст 13 и старше. Это пока еще, я думаю, что в ближайшем будущем эти будут ограничения сняты. Поэтому мы к этому периоду подготовились очень хорошо. То есть на период карантина у нас проводились онлайн-занятия. Это через интернет, это через Viber, через WhatsApp, через, будем говорить, средства массовой информации. Тренера постоянно контактировали с детьми, давали им задания. Они выполняли это все непосредственно у себя в квартирах, в домах, где жили. Даже присылали нам видеоотчеты. Поэтому у нас есть эта работа видна. Ну, не так, как хотелось бы. Почему? Потому что ограничения в пространстве, ограничения, допустим, там, в тех упражнениях, которые там выполнялись, немножко сковывало. И 2,5 месяца немножко, конечно, было много упущено. Но я думаю, что ситуация нормализуется в ближайшее время и будет все хорошо. Что я хотел бы сказать по карантину, по ослаблению. То есть мы к этому периоду, за этот период времени, мы не сидели сложа руки, мы приводили базу в порядок. Выполнялось очень много работы хозяйственной. Это и приведение всех спортивных залов, помещений, раздевалок, душевых, надлежащий вид. То есть это все. Мы готовились к тому, что мы выйдем с карантина, наступит период нормальной работы, поэтому мы должны были к этому подготовиться. Поэтому все то, что мы могли, то, что в наших силах, мы сделали благодаря и помощи нашего руководства, я имею в виду городского. Большое спасибо и Юрию Григорьевичу Вилкулу, который нам тоже помогает. У нас на объектах вот сейчас идет ремонт плавательного бассейна, вы знаете, он не останавливается, он выполняется. Даже в период карантина все работы выполняются. Сейчас начат реконструкция фасада пока стадиона «Металлург» тоже идет. Поэтому это все базы наши, я имею в виду детско-юношеская спортивная школа номер 1. Поэтому мы тоже с нетерпением ждем, когда они будут уже отремонтированы, и в дальнейшем наши спортсмены будут на них тренироваться. Что касается подготовки, то все антисептики, повязки марлевые, физрастворы для обработки помещений, это все нам тоже выделила городская власть. Мы это все получили и для тренеров, и для персонала. Все это раздали. Все у нас есть. Это для периода сейчас, вот, когда мы проводим занятия, и на период, когда мы были на карантине. То есть у нас в этом вопросов никаких не возникало. То есть все у нас на уровне, все у нас делается, все выдерживается по тем санитарным требованиям, которые были введены в Украине. И мы пока, как говорят, выходим с этого карантина нормально. И вот эта первая неделя показывает, что пришли дети, начинают тренироваться. Да, немножко набрали вес, да, немножко, как говорится, был упущен процесс вот этот вот тренировочный. Но это все временно, это все, дай бог, чтобы ситуация не усугублялась. Я думаю, это все мы в ближайшее время восстановим, месяцы, и вернемся именно на те позиции, на которых мы были раньше. Що ж, ми також вітаємо вас з відкриттям. Скажіть, я так розумію, діти до 13 років, тобто учні до 13 років, продовжують навчання дистанційно. Що стосується роботи самої школи, які наразі є обмеження? Ограничения какие? Ограничения, в первую очередь, касаются это коллективных занятий, командных видов спорта. То есть должно быть не более 10 человек. Это футболистов касается, хоккеистов касается. И они должны заниматься на, будем говорить, на площадках, на спортивных, где-то из расчета 1 квадратный метр на
То есть 10 квадратных метров. Тобто має витримуватись дистанція. Витримуватись дистанція должна бути. Это первое. То же самое касается индивидуальных видов спорта. В раздевалках должно быть не более 50% заполненность раздевалки. То есть не было накопления, не должно быть детей. Родители должны ограничивать, мы нас родителей вообще не пускаем, то есть они приводят, если дети и привозят их, то они остаются за учебной базой, то есть они не присутствуют на время. А что до скринингу? Я чув, что вы проводите скрининг. Да, значит, нам город закупил термометры, эти скрининги, градусники инфракрасные, которые мы проводим у нас каждый, на каждой базе, есть эти градусники, и по приходу тренер, принцип такой, приходит тренер с воспитанниками, они все проходят именно температурный контроль. То есть, если температура 37,2, то этот воспитанник или там тренер, там кто там еще, они не допускаются к занятиям, мы их направляем к врачу, и это все фиксируется в журналах, то есть мы это контролируем полностью, на каждом объекте у нас это все. Наверное, сестра. Этап, когда людина идет до лекаря. Да. То есть, если это все подтверждается, то потом мы это все, как говорят, контролируем, выписываем в журналах и сообщаем дальше информацию на да, министерство, ну не министерство, а в наши службы здравоохранения, которые работают. Поэтому у нас контроль идет очень жесткий и четкий в этом направлении. Мы понимаем, какая ситуация, просто она очень непростая, не только для нас, для нашего города, но в целом мире такая. Мы понимаем, что этот коронавирус, он не просто так, и дай бог, чтобы, как говорится, не коснулось, и я думаю, что не коснется ни в нашем городе, ни на Украине, чтобы не было таких массовых заражений и таких проблем, как возникли в других европейских и городах, и в Америке. А таке питання до вас. Що зі змаганнями? Чи можливі вони наразі? Значит, сейчас пока мы о таких соревнованиях не говорим, то есть дети только пришли, я имею в виду, вышли с карантина 2,5 месяца, они еще не готовы. Нужен период пройти подготовительный, чтобы они немножко адаптировались, набрали форму. Сейчас даже областные федерации, потом федерации Украины, они все свои соревнования пока перенесли на более поздние сроки. Поэтому мы пока календари еще не видели, мы ждем от них рекомендаций по именно проведению. Но это опять же зависит от того, как будет эпидемиологическая ситуация развиваться в целом именно по стране. То есть если не будет таких массовых вспышек заболевания, тогда, я думаю, нам придет в стабильное русло, и все соревнования восстановятся, и календари восстановят, и уже будем работать в нормальном, привычном графике. Чи зупинилась работа спортивных каких-то секций через карантин? Ну, у нас в школе именно, у нас 9 отделений, у нас все отделения работали, у нас не было такого. Даже те отделения, которые, я имею в виду командные виды спорта, это и хоккей, и футбол, они все дома выполняли те задания, те установки, которые тренерам давали. То есть они поддерживали спортивную форму. Понятно, что условия не такие, как должны были для этих видов спорта. Но, тем не менее, это все выполнялось, все это делалось, и мы это все на контроле держали, мы каждый день. Потому что персонал весь и администрация школы, мы все работали, мы были все на работе. То есть мы контролировали этот процесс, мы это все с каждым тренером общались через телефон, через компьютер в онлайн-режиме. И все это, будем говорить, корректировали. И мы знали, что это надо делать. Почему? Потому что если дети будут просто находиться на карантине и ничего не делать, то это, конечно, ни к чему хорошему не приведет. Поэтому, да, мы понимаем сложности и проблемы, но, тем не менее, я считаю, это было правильное решение, что именно в период карантина мы давали им задание, они его выполняли, мы его контролировали, и тренера это все делали, вели четкий учет. Поэтому, корость из всего была. Да, я думаю, что да, вот сейчас они выходят с карантина, я думаю, мы увидим, в ближайшее время они быстрее просто восстановятся, быстрее будут на те свои кондиции, которые они были до этого утрачены. А вот щодо набору учнів на новый навчальний рік, як він відбувався? Ну, у нас еда начинается с 1 сентября. Начинается новый учебный год, и мы начинаем принимать группы начального обучения деток наших. Это по всем отделениям. Они приходят, у нас тренера высокопрофессионалы, будем говорить, в каждом виде спорта. У нас, вы знаете, что школа 58 тренеров, это по, я имею в виду, в целом по всем 9 отделениям. У нас очень много и заслуженных тренеров Украины, и будем говорить, тренера высшей категории. Поэтому на начальном обучении мы уделяем очень большое внимание. Это касается и командных видов спорта, и хоккея, и футбола. Это касается индивидуальных, и акробатика, и прыгуны на акробатической дорожке, и фигурное катание.
ну и таких видов спорта, как плавание, и будем говорить остальных. Поэтому мы отбираем деток, начинаем где-то с сентября с ними уже проводить работу, и потом, как всегда у нас где-то в конце сентября мы проводим первый звонок, мы их принимаем в свою большую семью, і починаємо далі з ними проводити вже іменно процес учебно-тренувальний. Я так розумію, підготовка до цього вже почалась. Да, ми вже потихонечку готуємося. Ми зараз бази за цей період вже більш-менш підготовили. Остались там вже такі, будемо говорити, по мелочам ми його це все доведемо, я думаю, до нормального такого содержання. Поэтому, когда они придут к нам в сентябре месяце, я думаю, вопросов не будет по раздевалкам, по душевым, по залам, по всем тем, будем говорить, помещениям, которых они будут заниматься. Мы их встретим нормально, и я думаю, что вопросов не будет ни к нам, ни никому. Что ж, дякую за вечірні відповіді, Юрію Вадимовичу. Нагадую, в гостях у студії був Юрій Субота, директор дитячої юнацької спортивної школи номер 1. 10 хвилин добігли кінця. З вами був Антон Глущенко і програма «10 хвилин». На все добре і побачимось.